То это видео будет бомбическое. У меня и на улице дождь, и тут. Вы, надеюсь, же слышите на улице дождь. Вы, наверное, услышали этот дождь. Ну, а я буду играть за эволюцию. О, мышки, мышки. Я сожрал мышку. И у меня уже есть преимущество. Блин, мышь. Пожалуйста, я должен эту мышку словить. Я должен. Если что, все мыши это боты. Где мышь? Все, меня походу хотят сожрать. Хорошо было. Ну, блин. Литнев. Ну, короче, мне нужно найти мышей. Мышь. Эволюция. Я теперь такой челик со второй эволюцией. Скибиди туалет левел 2. Иди в жопу. Я просто так со всеми буду разговаривать. Иди в жопу. Какой-то ла. В жопу рекламы дикарей каких-то, которые орут. Да ну блин, хватит меня жрать. Не жрите меня. Это я должен жрать, потому что у меня ник Блоди. А Блоди это вроде как кровь. Не жрите меня, уродцы грязные. Урод. Не жри меня. Если меня сожрет кто-то толстый, я его жир засуну ему в жопу. Кстати, у него и так жопа гигантская. Но я тебя в жопу засуну. Деревенщине. Если ты мне сожрешь, урод. За ними пусть побегаю пока. Погоняюсь. О, скоро я стану деревенщиной. Когда буду деревенщиной, я стану быстрее. Урод. Не трогай меня, псина дряхлая. Всех сожри, только меня не трогай. Дай мне хоть одного. Все. Дай мне просто спокойно убежать. Такую, как тебе дадут премию, если ты меня сожрешь. Хотя премия это 400. Скоро. Ну нафига тебе 400 скоро? У сами зомбари 5-го левела, 6-го. Нафига тебе эти 500 скоро? Отстань от меня, пожалуйста. Я скоро стану после Франкенштейна, возможно, я буду этим пузатым. Хотя да, я буду пузатым. Не... Я твою эту броню в жопу засуну. Не трогай меня, урод грязный. Псина. Ну, спасибо, теперь мне заново развиваться. Спасибо. А типа что, там вверху сначала идет этот маленький, а потом сразу Франкенштейн. Типа что, если я стану
этим Франкенштейном, типа. Летний. Как же я рад. Пипец просто. Ну, кстати, эволюция не пропала. И у меня есть шанс это проверить. А, все. О, сейчас я, может, стану третьей эволюцией. После третьей эволюции, как я знаю, будет деревенщина. А после деревенщины... Так, должен на мышь наступить. Все, каждый сам за себя. Тебя. Ага, вверху, да, деревенщина. Ну нафига ты меня сожрал? Так. Не трогай меня, Франкенштейн. Так. У меня тут странный рот. Жри мышку. Мне не сложно. Просто у меня есть вопрос. Если бы я за этой мышкой побежал, то тупо лучше потерять эволюцию деревенщины? Или чтобы у тебя было потом опять деревенщина? Короче. Возможно, сейчас я проэволюционирую. Какое-то сложное слово эволюция. О, я уже Франкенштейн. И у меня появляются люди, которые начинают бегать от меня. Ну, это классно, что, типа, тебе не нужно этих людей искать. Ну, нубики такие. Я тебя в жопу засуну, если ты меня тронешь, урод грязный. Я его не замечаю, все. Урод. Реклама. А чего я его не могу сажать? Какой-то кони. Чего у меня джойстик? Хрен пойми как. Через жопу джойстик работает. Сейчас я стану этим толстяком. Все, я толстяк, которого я хотела раньше в жопу засунуть. Я, кстати, могу напевать песню Скибиди Тойлет. Только я не сильно запомнил песню. Ну, в следующем видео, если на этом видео наберется 1 лайк. Я не шучу. То тогда я спою песню Скибиди Тойлет. Постараюсь, по крайней мере. Я же не профессионал в пении. О! Я примерно так само в реальной жизни выгляжу, потому что одна рука у меня сильнее. О! А хотя да, бессмысленно жрать больше. Потому что на больших ты только времени больше потратишь. Только если эти большие сильно не тупят, то ты на них только больше времени потратишь. Так. Сейчас будет эволюция Бати. Покемон, ты же меня жрал. Вот тебе карма. Ты же меня жрал, покемон. Смеется тот, кто смеется последним. Я горомышц. Смеется тот, кто смеется последним. Дальше я вижу какую-то эволюцию.
странную эволюцию какую-то вижу. Типа телосложение похожее, да. Ну, типа телосложение похожее, только у него броня какая. Только эта броня не поможет. Ну, или дастся еще одна рекламка. На что я надеюсь. Ну, броня же есть. О, это было уже стрёмно, Лазя. Вот я замечаю, что у меня больше, типа, у меня... Я, типа, могу на большее расстояние смотреть с каждой эволюцией. Вот сейчас я еще сделаю небольшую эволюцию. О, деревенщина там тусит. О, да. Я босс, меня не остановить. Я босс. Я босс файт. Не трогай меня, не трогай, уродец маленький. Не, ну насчет маленький я, конечно, ну и просто уродец маленький. Дальше вижу, что я буду каким-то титаном. Хотя я и сейчас титан. Ну, хотя жрать этого большого смысла нету. Дадут как и за крыску. Я титан. Атака титана. Только, блин, ну что за ниндзя там в углу экрана верхнем? Так, короче, пофиг на тебя, не буду. Атака титанов. Я, возможно, стану в этом видео максимальным. Надеюсь, что меня никто не сожрет. Не, может, дастся еще одна реклама. Ну, пусть и тебя сожрут, потому что... Игра вылетела. Простите, но у меня игра вылетела. И будет это только в следующий час, где максимальная эволюция. Ну, всем пока.